Добрый! Рады видеть вас на нашем канале. И сегодня у нас видео, о котором многие просили в комментариях. На этом видео пример кормления бражника Дельфиля регулярис культуры из Пакистана. Это близкий вид к нашему обычному среднему винному бражнику. На видео представлена самка. Как мы видим, есть она не захотела. Но это вполне нормально, так как она недавно вышла с куколки. Самец вышел давно и голоден, следовательно, кушать он, наверное, будет. Ждать и уговаривать его сильно не пришлось. Как видите, раствор меда уменьшается в объеме и достаточно быстро. Кормление чаще всего процесс быстрый и редко длится более 3 минут. Кстати, видно видео Дельфиля регулярис достаточно редкий даже в энтомологических коллекциях. И тем более мало кто видел его живьем. Поэтому вдвойне интересно данное видео. Вид, как оказалось, легко размножается и культивируется в лабораторных условиях. В СНГ культура впервые. Если вам интересна тема культивирования чешуекрылых, не забудьте поставить лайк и написать в комментарии. Тем самым вы также помогаете каналу в продвижении. И мы видим, что данное направление интересно и что надо его развивать. Как видите, кормление закончилось успешно, и на этой ноте завершим наше короткое видео по кормлению. Всем удачи, всем пока!